В Нижнем Тагиле в третий раз состоится фестиваль-конкурс, посвященный Булату Акуджаве «Возьмемся за руки, друзья». В этом году он приобрел всероссийский статус и попал в федеральную программу «Культура России». Учредителем мероприятия стало Министерство культуры Российской Федерации. То, что фестиваль проходит на территории города Нижнего Тагила, для нас это очень важно, потому что он проводится в поддержку открытия центра Акуджава. Ну и лично нам приятно такое доверие со стороны Министерства культуры. Для участников все условия останутся неизменными, возможно, поменяется состав жюри. Открытие фестиваля-конкурса состоится 20 мая в Драматическом театре. 21-го намечен конкурс исполнителей авторской песни и гала-концерт. Заочный отбор по звукозаписям конкурсантов продлится до 30 апреля.